знаешь едва ли их. Обычные, как мы, простые люди, лишь отблеск звезд и лычек золотых, и взгляд, в котором память многих судеб. Но стоит лишь беде прийти в наш дом, они придут на помощь без раздумья, ведут борьбу жестокую с огнем, бывает даже жизнью собственной рискуя. Три сердца в цепи бьются в унисон, один мотив, одна мечта, одна задача — отбросить страх, войти в горящий дом, когда вокруг водой черной стены плачут. Они живут совсем не для себя, в решающем рывке захватит дух тревога, в душе простых пожарных истинный герой, ведь посвятили жизнь профессии от Бога. За дымом тихо жизнь нам говорит, зовет, напоминая нам о главном, а сердце все пылает и горит надеждою, любовью и недаром. Его пожар тушить ты не спеши, пускай оно пылает, если бьется. В огне мы рождены и на всю жизнь, призвание лишь сильных спасателем зовется. Три сердца в цепи бьются в унисон, один мотив, одна мечта, одна задача — отбросить страх, войти в горящий дом, когда вокруг водой черной стены плачут. Они живут совсем не для себя, в решающем рывке захватит дух тревога, в душе простых пожарных истинный герой, ведь посвятили жизнь профессии от Бога. В цепи бьются в унисон,